производили задержание лиц, имевших при себе оружие и боеприпасы. С вводом войск обстановку в Фергане и области удалось несколько нормализовать. Зачем ты вез их? Зачем ты их вез, я спрашиваю? И кому ты их вез? Никому. Что вас заставлять? Показываем час работы одного контрольно-пропускного пункта. Вот с этими вещами въезжают в город люди, которые едут сюда на митинг. Всего же за прошедшие сутки было выше 200 ножей, да? Выше 50. Сколько за сутки? Это на одном КПП свыше 200. За один час. За сутки вот было свыше 200, а это вот за час работы. Еще раз камеру на него. Назовите себя, фамилия, имя. Где, кем работаете? Он находится сейчас в нетрезвом состоянии. При личном досмотре этого гражданина обнаружили охотничьи патроны в количестве 4 штук. Из багажника его автомашины было изъято вот это вот оружие. И вот нарушитель режима уже доставлен в милицию, где осуществляются следственные действия работниками прокуратуры и милиции. Такие арсеналы оружия, которые использовали погромщики, скапливалось в подразделениях милиции у работников прокуратуры буквально каждый день. Практически он завернут. Видите, покажите. Вот, вот видите, вот, вот, вот так. Ух ты. Еще оттуда выкладывается. Солдат. То оружие, которое было изъято у лиц, причастных к совершению участия в массовых беспорядках и хулиганских действиях. В городах Куласае, Маргилане и Ташлаке. Вот здесь вы видите различные виды оружия. Здесь нарезное оружие, вот это вот, винтовки, в частности ТОС-8. Карабины мелкокалиберные, это ТОС-16. Гладкоствольное оружие, как с вертикальным, так и с горизонтальным расположением стволов. Здесь также представлены обрезы оружий, как двуствольных, одноствольных, так и термического, атипичного огнестрельного оружия. Кроме этого, есть и автоматическое оружие, хотя оно находится сейчас в неисправном состоянии, но очень, в общем, не представляет труда его довести до совершенства. Здесь представлены самодельные взрывные устройства, которые уже были нами исследованы. В частности, вот они уже
после проведения взрыва находятся в таком вот состоянии. Они тоже различной формы, размеров, изготовлены, как вы видите, вот, из кусков труб различного диаметра, колпачки, вот, головки. Начинены они были бумагой, пропитанной составом химическим, который мы, в частности, сейчас еще не исследовали. Но это, по всей видимости, будет или азотная кислота, или какой-то легко воспламеняющаяся смесь. Вот это части простой газеты, которые были набиты данные взрывные устройства, и очень хорошо. Вы видите операцию по задержанию изготовителей оружия. Им не удалось уйти от преследования. Среди задержанных и вот эта парнишка, который еле стоит на ногах, плохо говорит, опьяненный наркотическим зельем. А вот и еще задержанные за участие в массовых беспорядках. Они находятся на территории управления внутренних дел Ферганского облсполкома. Им есть над чем задуматься. июня события перекинулись в город Коканд, где насилие особо жестокий характер. На машинах группы молодчиков со всех сторон мчались к древнему городу. Коканд охватило пламя беспорядка.